Дядя Кирилл, вы вчера объебались мармеладками суперсильными. А какой приход был? Что было вообще? Это был пиздец просто. Меня нахуй разум покинул меня. Сильно было? Это очень жестко. Это стоило того? Ты еще будешь пробовать? Нет. Ты все больше не будешь пробовать? Нет, нахуй. А что не понравилось? Слишком кроет жестко, это пиздец. А какие ощущения? Ну, как будто наркоман ебаный, блядь. Тебя просто мозг вообще не соображает. Ты как ебаное желе сидишь на диване и все. До сих пор есть какой-то эффект? Есть, да. Но это очень сильные мармеладки. Я не знаю. Прикиньте, а их одна мармеладка как 7 моих. 7,5. Это пиздец. Как там индики были. Ужас. А зачем ты? Она как раз у нее эффект такой, что тебя расслабляет. Ты засыпал сидя, ты видел? Да. Ты чуть не задохнулся. Ой, Кирюха. Значит, все, с наркоманией покончено? Ну, бля, это все паха траха, нахуй. Да он наркоман, посмотри на него, ебаный. Да. Ты видел, какой-то вчера белый был? Так а что такого? Ты меня загнать пытался, как будто я умру, блин. Придурок. Вот обманщик. Ты до сих пор белый, посмотри. Я всегда белый, да.